Привет, друзья! 8 месяцев назад наш белый кот однажды с прогулки пришел не один, а с симпатичной собачкой, щенком. Щенок оказалась девочка, и она у нас прижилась. Девочка оказалась очень умненькая, послушная и стала вскоре всеобщей любимицей. Да и кот с ней стал дружить. Она быстро росла. Хорошая девочка. Молодец такая. Вот она. Быстро научилась всяким собачьим премудростям. Неси, неси. Тащи сюда, тащи сюда. Неси. Вот молодец, вот умница, вот умница. А уж с котом они стали закадычными друзьями. Кот постарше пытается строить собачку, а та делает вид, что она его боится. Привет, Катька. Конечно, на самом деле, как дела? Боится. Вот молодец. Ой, Майка тут пришла. Вот они мои красавцы. Тут всем, ой какая, ой, ой, Майка, что ты стесняешься, Майка? Что ты стесняешься? Ты Артика гоняла тут, а? Или Артик тебя гонял? Кто кого гонял? Вон он пошел. Артик, ты куда пошел? Надо погладить, почесать тебя. Ты любишь, когда тебя чешут, да? Ой, как она любит, когда тут ей за ушами чешут. Ну, конечно. Прошло несколько месяцев, и щенок вырос и превратился в собачку. Пошел на консультацию к ветеринару, тот говорит, стерилизацию делать нельзя, надо после года, после первой течки. Ну что ж, первую течку мы ее решили спрятать в вольер и охранять от других собак. Выпускали гулять только под присмотром и вечером. Короче, берегли невесту, как на Кавказе. Но у нас на территории живет пеструн. Это совершенно дикий, почти волк. Так он не приручился. Уже много лет живет, прибился к нам. Ну и вот, все-таки они оженились. Лишилась наша Майка девственности. Как там говорят, наш пострел везде поспел. Вот и наш пеструн тоже поспел. Вон она, Майка, стоит, глазеет на пеструна. Конечно, не могла устоять против такого парня. В итоге у нас щенки. Вернее, один щенок. По случаю малолетства мамаши, остальные не выжили. Привет, Майка. Байка, привет, привет, красотка. А? Я все хочу посмотреть. Сейчас посмотрим, достанем. Вот ему здесь 2 дня. Еще слепой и почти без шерсти. Майка, не бойся. Вот такой малыш, похожий на Майку и на пеструна одновременно. Через несколько дней снова достали посмотреть. А? Твой это, красавчик. Ну, твой красавчик такой. Отличный парень, ты смотри какой. Да. Ой, какой. Вот тоже. Ой, такой. Пойдем, красивый. Пойдем, скорее отдади. Пойдем тебе. На, на. На, Майка, на. На, моя хорошая, на. На. Ой, какой красивый, как ты его любишь, да? Любишь такой? Идет к мамке идет. Вот он какой. Ну, конечно, отличный парень. Папаша Пеструн воспитанием не занимается. Вон он, папаша, бегает. Пеструн. Вот такой у нас папаша. Приблудный, а, черт. Такой же дикошарый, как пришел, такой остался. Там не подходит совершенно. Пойдем, курочку даешь, пойдем? А? Иди сюда ко мне. Не хочешь? Боишься? А малыш растет не по дням, а по часам. Мальчишка славненький. Ой, какой. Глазки еще не смотрят, еще слепые. Ну, уже такой большенький, как были-то, был совсем крошечный. Малютка-малютка. Ну, а так-то хороший парень. Вот какой толстый, толстый. Мамка кормит такого. Майка толстяка, тоже, та еще мамка. Кормит, по случаю малолетства у нее еще не очень развиты материнские инстинкты. И при первой же возможности она старается убежать, побегать где-нибудь. А этот один остается. Мерз, мамка не греет, что ли? Сейчас мы тебя отдадим мамке, она тебя сейчас поест и тебя будет кормить, постоянно будет кормить, без перерыва. О, глянь, глянь, он кусается, у него, смотрите, у него зубы. Нет, ой, какой, прям, смотри-ка, что, слепой, а уже туда же, глянь, какой, а. Майка со щенком. Молодец. У нас живут в закрытом павильончике, красавчика. А там будка внутренняя. Было несколько. Вот она, мамка, вот он твой, облизывает его, целует, ой, 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 как... Она его любит. Давай, на. И туда его. Тащи его туда. Вон он пошел. Так, а что он? Прямо сам пошел.
Ой, пошел мамку искать, а? В темную будку порулил солому. Серьезный парень-то. Да, Майк, хороший парень у тебя. У собачек материнские инстинкты у многих не сразу проявляются, но постепенно Майка становится хорошей мамкой. Прошло несколько дней, вот, хорошая моя. И по срокам малыша уже должны открыться глазки. И мы приехали навестить их, покормить Майку свежей рыбкой, она очень любит рыбку. И вообще у ней теперь аппетит после рождения просто отменный. Тут и папаша подошел, он тоже рыбку любит, считает, что он тоже имеет отношение к рождению щенка. С базара целый кулек живых ротанов. Вот Майка их так глотает. Борис Евгеньевич, тот упер, смотри, сходу, ну, блядь. А это-то проглатывает, а он тут жует, видишь, что? Но. Я ему здорового ротана дал. Ага. Ты меня с пальцами кусаешь, ты чё? Ты же не жадина какая-нибудь, говядина. Ну, пойду я этого, засними нам парня этого толстого. Она ворует, слушай, вот какого. А у него глазки... Нет, еще нет. Открылись. Да, да. Вот какой красавчик. А, что ты? В тот раз-то мы смотрели, он закрытые были же, да? Ну, что он там, самка, самец? Кобелек это у нас. Кобелек. Какой красавчик, а? Красавчик. Какой. Ворует, блин. Хорош, Майка, ты лопнешь. Но. Много жгешь, ты что? Убирай. Из миски. Ты Коль, убери его. Я. Все, Майк, хорош. Она Майк. До хрена съела уже. Ты лопнешь, ты что? Хватит уже. Ну, все, пойдем к мамке. Пойдем назад к мамке? Айда в тепло его. Ну-ка, глянь, какого толстенького. Вот какой. Толстомашего такого. О, какой красавчик. Айда, холодно. Да что ему холодно-то? У него шерсть, кстати, такая начала расти. Маленький еще. Ну, ничего. Вот тот раз заставали, 7 дней ему было. Сестру. Иди, как ты умеешь ползать? Ну-ка, покажи, как ты умеешь ползать. А? Давай, иди туда, к мамке, иди туда, иди, а? Ой, мурчалка маленькая. Майка, иди-ка к своему. Майка, иди сюда, Майка. Майка у нас по большому Майка. Счету тоже еще почти щенок, поэтому ей еще пошел, побегать пошел, хочется. Пошел, сейчас пошел. Мы ее вернем. О, он уже как умеет ходить-то, он ничего себе пошел. Все она сейчас закопается, сейчас мы мамку твою... Доставим сюда, чтобы она тебя грела. Майка, иди сюда. Заходи, иди сюда. Майка, а кто это меня не слушается, а? Наелся и не слушается, а? Кто это такая? Майка у нас очень свободолюбивая. Мы так и не смогли научить ее ходить на поводке. Ну, ничего, все образуется. Пойдем, иди сюда. Давай. Все, иди вот туда. Давай, занимайся воспитанием. Воспитывай своего малыша. Молодец. Вот такой замечательный малыш появился у нас. Понравился? Тогда поставьте лайк, а мы вам расскажем, как растет и развивается этот замечательный крепыш.